Всем привет, это «Угол зрения» с Максимом Исаенко. В редакцию Горсайта неоднократно обращались наши читатели, зрители, подписчики и отписчики по поводу того, что до сих пор сохраняется проблема с вывозом мусора из придомовых контейнерных площадок. И вот сегодня мы снова выходим в город с опросом, чтобы узнать у полевчан, так ли это. Ну, кое-где нормализовалось. Ну, вот у вас, например? Ну, вот у нас по Некрасову вывозят. Это частный сектор? Да. Вывозят, ну, бывает куча целая, конечно, это самое, народ сейчас же все выбрасывает на мусорку. Раньше можно было жечь, а сейчас все на мусорку. Ну, бывает и ветки, и деревья спиливают, ну, вывозят. Как считаете, сейчас с вывозом мусора ситуация нормализовалась в Полевском? Ну, нет, конечно, видите ведь, что нет. Ну, кругом баки стоят полные, переполненные, крысы ходят. В своих домах сходите, посмотрите в частном секторе, да ужас, что творится. Хреново, где он лучше-то, посмотрите, где он вывозится. Ничего не лучше, деньги только больше берут и все. Да я не местный, я из Екатеринбурга. Ну, проездом сейчас проехали? А, проездом я вижу, что улучшается, да. Как считаете, сейчас в Полевском ситуация с вывозом мусора нормализовалась? Ну, не везде. Если бы сейчас мимо шли, там мусора. Это где? Коммунка 29. Ну, в общем, коммунка 29, и какая тут еще идет? У нас в Елунино, конечно, убирает каждый день. Хорошо. Там у нас бабушка есть, она контролирует, чуть-чего она звонит, и они в первую очередь приезжают. У нас в Елунино хорошо. А в целом, вот вы прогуляли сейчас по городу? Ну, вот убрали на коммунке 30, вот там убрали мусор и убрали все ветки, увезли, вот это сделали. А вообще грязно. Листья не подметается, не убирается, видимо. Мусор кто мимо уронил, еще что-то, это есть. Ну, это и жильцы виноваты. Нет, ну, как раньше мы жили, в какой грязи, или сейчас все равно лучше. Ну. Только то, что мусорки вот плохо убирают. Вот у нас здесь, на вот я здесь живу, да. Потому что здесь чисто, здесь, я посмотрю, везде такая грязь. У нас чисто на мусорке. Это металлургов здесь, да? Да, вот на той стороне, правда, мусорка там стоит. Да, оно стало чище. Было вообще плохо, да? Вообще было плохо, кошмарно было. Нет, сейчас чисто и мусор выводят вовремя, это все, это хорошо. Спасибо коммунальщикам. А так-то посмотришь, где-то там вообще завал, там дальше вот на коммунке, там у них завал с мусорка, у нас нет. Как считаете, сейчас в Полевском ситуация с вывозом мусора нормализовалась? Я бы не сказал. Есть места, где свалки долго лежат. У нас, в частности, вот Елунина 16, там эти мусорку почистили, мешки с боем бетона, что-то было, взяли из мусорки, рядом выбросили, и счастливы все. Так и валяются до сих пор, это уже месяц-два. Так что... Вот. То есть не сильно изменилась, да, ситуация? Да не видно, что изменилось. На крутом спуске тоже куча, там уже месяц лежит. Ну а по дороге в сад, в Малахит, там вообще непонятно, что делается.